«Технострой Олимп». Доступное жилье каждому. А тех, кто продает, для тех, кто покупает. Товары и услуги, скидки, акции, актуальные предложения. Ну и, конечно же, новости малого бизнеса. Это рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. Естественная форма, комфортная посадка и полная свобода движений. Нижнее белье без косточек и швов. Теперь всесезонный тренд. Где купить? В Angel. Магазин в торговом центре «Космо» предлагает один из самых больших ассортиментов в Клину. Магазин нижнего белья «Ангел» занимает два зала. В первом – целая россыпь знаменитых брендов. Фривок, Вандербра, Диманж, Грация Рим, Сап. Те, кому по душе французский шик, советуем присмотреться к линии «Андора» от Симон Пирель. Она получила признание женщин за вневременной стиль. Или к немецким бестселлерам от Филина Контурель. Это белье подчеркивает чувственность женского тела. Во втором зале свое белье найдут женщины с роскошными формами, любительницы прибалтийских марок. Замечу, что ассортимент в магазине подобран тщательно. Вы без труда подберете комплекты на все случаи жизни. В магазине «Ангел» есть свадебные, корректирующие и спортивные линии. А еще домашняя одежда от французского дома «Ариадес», выполненная из 100% легчайшего натурального шелка. При покупке от 2000 рублей «Angel» дарит карту привилегированного клиента со скидкой 5%. Но даже при скромном бюджете в этом салоне вам подберут нижнее белье по размеру и по карману. Торговый центр «Космо», улица Гагарина, 37/1. Осень прочно обосновалась в гардеробе и в торговом центре «Дарья». Для тех, кто замерз, три этажа шопинга и согревающих удовольствий с 10 утра до 10 вечера. Плащи, куртки и теплые пальто. Одеваем сильный пол в магазине мужской одежды на втором этаже. Рядом выбираем обновки себе любимой. Десятки стильных фасонов и цветные тренды сезона в магазине напротив. Не забываем и про аксессуары. Примерили, купили, поднялись на третий этаж отдохнуть. Имбирный раф-кофе, грушевый крамбл, пирог по английскому рецепту, найденному в поваренной книге еще до революционного выпуска. Теперь не только французская кухня в ресторане «Кофельен», и новые форматы обеда ежедневно с полудня до 4 дня. Гурманы оценят расширенное меню от салата «Нисуаз» и «Гречота» до мясных стейков. С началом осени начался второй сезон детских праздников и мастер-классов. Оксана, что же интересного нам ждать? Второй сезон кулинарных мастер-классов в ресторане «Кофельен». Мы усложняем задания. Мы делаем тесто сами, как это было в прошлые выходные. На очереди булочки-щеночки своими руками, сладкие спиннеры. Такого еще не было нигде. И, конечно же, на очереди наши новогодние десерты. Следите за анонсами каждое воскресенье. Афиши в торговом центре «Дарья». А это была рубрика «В курсе дела» и я, ее ведущая, Оксана Рожкова. До следующего понедельника!